Как утро. В прошлой серии, которую я пропустил, и нашел второй летающий остров. Ну, это там ничего такого ценного не было. Гида и переселил сюда, поскольку он тут сварился. Надо строить дом. Глиняный дом. Из глины. Вот тут всякие слизни мешают этот строительство. Каких-то сараев, из которых окон нету. Да, это большой, вот такие сараи строят тут. Называй город. Сарай. Может, на втором этаже появятся окна. Хотя, возможно, свинька, что на втором этаже окна будут. Надо сделать еще один верстак. Верстак, например, детскую табуреточку. Да. Еще один дом. Надо будет персонажа переселиться. Дверь не помешает. Хотя снизу мне не помешает. На свечке. В каждом доме будут книжные полки. Отлично. Так, у меня тут три персонажа есть. Еще там я вижу. Потом появится второй этаж, третий этаж и так далее. Берем снова глину. Может, дома будут переделаны. Я их переселю пониже. Маленькие записи. Медная монета и одна слизь. Как он не мешает строительству? Какой же снова. Пускай валяется монетка. Не золотых несколько сотен. Не золотых, а тех. Ну, которые вообще дороже самых дорогих монет много. Сюда, сюда, сюда. Мне нужно еще не верстак. Верстак не снизим. Так, идеально двери. Делаю два стула. Не забыть подсветить этот дом. Прикол в том, что в какую сторону смотрит, туда открывается дверь. Про книжные полки. Тут больше поместилось. Спасибо, привет, слизни. Так, ладно. В какую сторону сходить? Иду туда. Люблю все деревья.
потом запустишь среднюю карту и большую. На маленькой карте, по-моему, 3 летающих острова, на средней 5, на большой 7. Где-то находится рядышком плохой биом. Очень плохой биом. Убиты все деревья. Деревья вырубаю, а не сажаю их. Здесь немного. Да, вот здесь всего много. Это здесь идет. Сундучки. Вот плохой биом. Он находится здесь. Интересно, чем деревья тут отличаются? Такая же самая древесина. Да, такая же самая древесина. Так, у меня есть дырочка. И вот, делать длинных горшков. По-моему, 2 или 3 таких биома плохих идет на карте. Что за гриб? Ужасный гриб. А честно, какой гриб нужен для зелий? Который растет здесь или в другом месте? Потом буду эти биомы изучать. Раньше мне с ними было бороться проблема. Простым мечом. Каменным. Потом кто-то дал экскалибур. Что скрафтить его сложно. И я потом его размножил. Так, на всякий случай. Вот нормальный биом. Джунгли, по-моему, находятся под землей в противоположном направлении. И опять плохой биом. Как его зачистить, я не знаю. Только в редакторе карт. Я сюда иду, я переполнен, как обычно. Джун, пустыня. Здесь пустыня находится. Привет, пока. Раньше с сервятником была проблема. Короче, я сейчас тупо доберусь до того здания, которое не могу разрушить никак. Вот это здание. Находится. Вот тут я беру книжки. А вот тут, по-моему, море начинается уже. Да, судя по карте, тоже море. Это море, там коралл внизу я видел. Так, вырубят дерево. Видел, как-то с помощью зеркальца можно тпхать. Ну, я просто выхожу и захожу заново. Так, файл будет, фильм скачивается еще 16 минут. Проверишь, как скачался, и брось на флешку. Ну, надо потом запишу на сундук. Через скипер зайти. Поскольку мне карту. Пошли сюда. Пошли сюда. Блин, бочки какие-то находятся. Бочки тоже можно сложить. Можно на то. Да, бочки можно тоже слаживать.
Интересно, вещи у меня исчезнут, почки где лежат. Потом надо проверить после перезахода. Может потом снести эти золотые дома. Проверка мне не принадлежат. Настолько не смотрят эти золотые дома. Интересно, когда начнут персонажи лежать? Это подходящий дом, это подходящий дом. Вот это. Где-то была у меня дуба глина. Вот она. Построить еще один этаж. Потом со временем персонажи всех сюда переселю. Надо сделать этим окна. Вот такие многоэтажные дома. Дуба глина не хватит. Записи. Там склеим эти записи как-нибудь. Не, невысоко прыгать. Не забудьте зайти в редактор карт и добавить себе еще глины. Куда-нибудь. Так, у меня тут еще один этаж получился. Еще тут этаж. Один не закончился. Это вот что-то мне не хватит. Может хватит, не знаю. Не хватило чуть-чуть. Будет добавить. Что верстака. Просто не понадобится немножко. Сюда. Давай потом расставить факела. Стекло закончилось. Еще один стек был стекла где-то. Будем достать свечки. Чтобы на светло. По-моему, ночью надо моба одного замочить. Попробуйте замочить одного моба плохого. Лазик, что ли? А теперь буду здесь. Интересно, глазок не есть, чтобы замочить. А то видео какое-то скучное, без мобов. Закрыть. Дверь тоже. Так. Здесь моба этого нету. Переезжает сюда. Лучка сюда. Здесь тоже много этого нету. Так, сейчас будет ночная битва с мобом. Пушка есть, зелье есть. У меня беспорядок. Строю, все не то. Мне нужен не свечка, а глаз. Вот я все линзы с собой взял. А, мне еще свечки надо поставить.
начинаю биба. Так, где там? Что за оружие? Не так уж много снимает. Неплохое оружие. Снимает прилично хп. Ну и тратится звезды активно. Он будет потом посмотреть при повторе, сколько я звезд потратил на этом оружии. И что я с него получил, с этого моба полезного. Только читерским путем можно так активно тратить звезды. Тем более за ночь может упасть где-то штук 10 или 20, а где-то около сотни потратил. Надо выложиться. Да, все. Добро. Личинки ни одна не потратилась. Мне что-то не покоцал моего персонажа. Конечно. Вот что мне тут осталось. В телепортере моем. Не знаю, что не вышло. Защита 4. Защита 5. Защита 5. Интересно, откуда мне защита 5 делать? Защита 5.